И зимой сюда ходим к роднику гулять. По снегу тропочка есть нормально. И летом ходим вот с детьми гулять. И здесь не только я одна. Тут вот все эти вот дома взять, там везде дети маленькие. И у всех вот такие дети. Понимаете, если что-то построить такое, то что будет? Не погулять ничего. Не знаем что, потому что точно не говорят. А кто? Тоже не говорят. Тоже не говорят. Мы не знаем. Мы поэтому пришли узнать, кто будет и что будет, и как. Лучше бы сделали бы какую-то аллею или парк, дорожку бы сделали обустроенную, чтобы можно было с детьми и с колясками ходить.